Не доехала до роддома. 25-летняя жительница Еловена родила в такси. Случай произошел этим вечером в Кишиневе. Роды приняла родственница женщины. По словам роженицы, появление девочки ждали на свет через неделю. Но этим вечером у нее вдруг начались схватки. Родственники вызвали скорую, но ждать было некогда, и они поймали такси. По словам медиков, прибывших на место, ребенок родился абсолютно здоровым. Вес малышки 3 килограмма 216 граммов.